Круг нам этот понравился. Хват хороший. Дает создать. Плюс там не какая-то резина, которая клыки стачивает. Нежный, специальный силикон. Хорошо. Хорошие нагрузки. Видим, да? Получает кобель. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Все мышцы прокачиваются. Вот. То есть он не висит. Полностью свое тело на клыках не держит. Мы видим, собака находится на четырех лапах. Нагружаются у нее только мышцы. И челюсти на сжатие. То, что он тянет на себя, резинку мы создали. Максимально мягкую. С такой тоненькой веточкой. То есть во время тяги нет на клыки боковой нагрузки, что, в моем понимании, не дает нам пользы, а только ослабляет. Также и челюстные мышцы работают, в моем видении, очень правильно у нас сейчас. Мне нравится, как протекает вся процедура. Я доволен. Хорошо, сынок, работай, работай. Вот так. И кобель доволен. Да. Самое главное еще, вот мы там все почистили от всяких баночек, скляночек, стекол, чтобы не повреждались лапы. Когда собака вот так вот активно работает, друзья, имейте в виду, что у нее нужно смотреть всегда на лапы. Лапы повреждаются очень часто. Зимой мы это видим на снегу. Я специально не даю ему круг. Немножко пускай отдохнет. Тем более мы сюда шли в тяговом режиме. Вот, и потом нехер проебывать. Как так легкое наказание. И, возможно, я ему больше и не дам. Я вообще особо-то не люблю истязать собак. Зачем? Вон, видно, пенка пошла. Пенка есть, да? Вон такое вот покраснение вокруг глаз есть. Ага, да, красавчик. Все, тогда нам хватит на сегодня, да, Датян? Быстрее, я тебе покажу.